Делать город красивее и помогать ульяновцам в жилищных вопросах теперь будет градостроительный совет. Государственный орган из 15 специалистов, архитекторов и строителей создан в этом году. Главу пока не избрали. Сегодня прошло первое совещание при губернаторе Сергее Морозове. Сначала прошлись по проектам новых микрорайонов, затем перешли к насущной проблеме – нехватке молодых кадров. Зодчие в наших краях и вовсе в дефиците. Поговорим о сегодня о подготовке молодых архитектурных кадров. Для нас это одна из самых важных задач. Я вчера еще раз сказал о том, что, встречаясь буквально некоторое время назад, поговорив, власть должна делать сразу и второй шаг. Действительно дать возможность создать суперкомфортные отношения, комфортные условия для того, чтобы молодые люди, талантливые люди, не уезжали из города Ульяновска или из Ульяновской области. Пока молодые специалисты встают на крыло, ухаживать за красотой нашего города будут опытные архитекторы. Александр Капитонов представил проект под названием «Город для людей». Пообещал прислушиваться к мнению ульяновцев и мониторить потребности. Допустим, проводить исследования, которые изучают мнение жителей, вовлекать жителей, в первую очередь информировать их о тех изменениях, которые предстоят. Тема преображения города продолжилась на территории микрорайона УКСМ. На улице Хваткова есть дома, непригодные для жилья. Жители расселяют с 2016 года. Уже переселено и снесено 5 домов, такие как Хваткова 2Б, Хваткова 6, УКСМ 3, 7, 8. В настоящее время заключен муниципальный контракт на поставку 71 квартиры для переселения Хваткова 10,8. Уже 35 квартир передано в собственность города. 4 дома на Хваткова переселят в 2020 году. Люди из этих домов с нетерпением ждут переезда. Им поскорее хочется сменить бараки на опрятные новостройки. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.